По сведениям пресс-службы ГИБДД, за прошедшую неделю на территории Белореченского района было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками отдела ГИБДД, отдела МВД России по Белореченскому району к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 258 человек, в том числе за грубые нарушения, предусматривающие лишение прав на управление транспортным средством, 12 человек. На дорогах района выявлено 7 водителей в состоянии опьянения. Зафиксировано 17 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, отмечено 10 фактов непредоставления преимущества пешеходам и 3 факта невыполнения требования уступить дорогу транспортному средству с преимущественным правом движения. 6 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях.